В Украине самая продаваемая труба – это радиатор. То есть как бы повышающее количество тепла, которое отходит от трубы. Но не просто отдельная труба. Эта труба, по сути, радиатор. Она модифицируется. И на сегодняшний момент уже пошла двойная. То есть расходится, уходит вверх и, ну, и собирается. Но самое удивительное то, что многие не понимают, что не всегда она эффективна. Она неэффективна, если мы топим сырыми дровами. Что происходит? Если мы топим сырыми дровами, с внутренней стороны садится сажа, и она становится изолятором. И на эти ребра уже температура не переходит. А тем более, поскольку оно заварено на трех точках, то есть эта температура неравномерно уходит. Поэтому более эффективно, если кто-то хочет, даже какими-то углами 45-м, будет больше эффективность, чем вот такая вот радиаторная, просто простая труба.